Всем привет! Сегодняшнее утро мы встречаем в Мончегорске. Здесь, на склоне Лопарьстан, проходит соревнование по горнолыжному спорту среди работников Норильского никеля. Примем участницы под номером 2. Степина Веры, 43-84. В сетке корпоративных мероприятий Норильского никеля соревнования по горнолыжному спорту недавно. В прошлом году их впервые принимал Норильск. Опыт оказался удачным, и в этом году любители снега и скоростей встретились на Мончегорском Лопарьстане. Само солнышко сегодняшнее, общение друг с другом, ребят, которые только иногда по работе разговаривают по телефону, а здесь они могут показать свое мастерство и похвастаться своими достижениями спортивными, это очень здорово. Всего в турнире приняли участие 84 человека. Это лыжники и сноубордисты из Норильска, Москвы, Мончегорска и Печенского района. Трасса хорошая, готовиться надо больше, а так все хорошо. У нас есть гора в Норильске, тоже проводятся соревнования. Ну, у нас короткая трасса. Здесь длинная, мы не привыкли, на такой длинной ходить. Михаил Суетин представляет Кольскую ГМК, старается выходить на склон каждые выходные. Говорит, его главный приз – это здоровье. Поработаешь, надо же где-то найти на диване лежать, тоже неинтересно. Тут приехал, покатался, с людьми пообщался. Все хорошо? Конечно, и настроение поднимается, и какая-то цель появляется. А вот Юлия Крохинова приехала в Мончегорск из поселка Никель поболеть за мужа. Андрей Крохинов работает в транспортном цехе. В юности занимался горными лыжами, потом был перерыв, а сейчас снова проводит свободное от работы время на склоне. К своему хобби подключил семью. У нас двое сыновей, старшему 17, младшему 7. Все мы занимаемся горными лыжами. Меня он поставил, в прошлом году. То есть я новичок в этом деле, так катаюсь. А дети наши тоже занимают призовые места на местном уровне. Каждый рассчитывает на победу. Верно? Да, хочется победить. Впервые лыжники и сноубордисты могли следить за своими результатами в режиме реального времени. На склоне установили электронное табло, которое сразу показывает время спортсмена после спуска. Новое оборудование дает Лопарьстану возможность проводить соревнования международного уровня. Горнолыжная база Лопарьстана оборудована специальной системой старт-финиш, крупная нами, которая автоматически засекает время спуска с горы. Продолжаем дальше, являемся социальными. Ответственными компаниями ГМК «Норильский никель» и Кольская ГМК. И, естественно, такие традиции спортивные будем продолжать. По итогам соревнований первое место в командном зачете заняла команда Кольской ГМК. Серебро досталось заполярному филиалу «Норникеля», а на третьем месте представители главного московского офиса.